Вечер в Соренто, Кампо Маргарита. Под небом золотым, взглянув на эти и другие работы Татьяны Власовой, словно отправляешься в своеобразное путешествие по маршруту Рязань-Венеция. На этой выставке у меня представлено вот несколько серий работ. Это вот натюрморты «Скопинские сказы», серии вот еще «Клады старой Рязани». И несколько работ, небольшой цикл работ, посвященных Италии. Вот. То есть это то, что мне, как говорится, довелось вот открыть, узнать, найти. Натюрморт – один из любимых жанров Татьяны Власовой. Иногда она совмещает его с пейзажными зарисовками. Получается теплое солнечное лето рязанских деревень и сел, а также снежная зима. В самом названии, в общем-то, есть уже как бы и ответ. «Клады земные». И речь идет о том, что, в общем-то, всю жизнь мы для себя открываем клады. Вот, клады в местах, в каких-то предметах, пейзажах, то есть в путешествиях. Выставка Татьяны Власовой «Клады земные» продолжит свою работу в галерее Виктора Иванова и «Земля Рязанская» до 25 января. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».